Эх, жаль, что лето заканчивается. А так классно было ничего не делать, играть. Играть. А завтра уже в школу. И мне вообще первый класс. Данька, а ты подготовился к школе? Нет. И я нет. Так, может быть, поедем в магазин и купим что-то? Да, давай. Поехали. Школьные принадлежности похищаем, покупаем самые лучшие цены. Тетрадки, рюкзаки, карандаши, самые яркие ручки. Большая коробка фломастеров по супер выгодной цене. Поезжаем, покупаем все для школы. Опа! Здравствуйте! Смотрите, какой огромный выбор, все для школы. Я вот это. И я вот это. А я вот это. И вот это. И я вот это. О, нет, я это. Нет, это я беру. Я беру вот это и вот это. А я беру вот это. И, конечно же, вот это. Скажите, я беру вот это и вот это. О, а еще это. И я беру вот это, вот это и все беру. Нет, это я беру. Нет, это мой сигнал. Эй, эй. Скажите, я беру вот это. Нет, я. А я вот это. Это мое все. Нет, мое. Ну, поехали. Даже не успела глазом моргнуть, как все разобрали. Что ж поделаешь? 1 сентября все ж таки на носу. Рюкзак, продается рюкзак. Подъезжаем, покупаем со скидкой. Ничего себе! Мы будем экспериментировать! Да. Откручивается кола, туда кидается потом ментос. Ого, класс! Обязательно! Нужно этот ментос вот так запхнуть в шарик, а потом надеть этот шарик. Понятно? Да. Надеваем. Всыпаем. Класс! Классно! Так. Ну что, мишени готовы! Начинаем нашу игру! Так, держи! Так, Даня, у нас здесь по 10 выстрелов. Кто больше попадет, тот и выиграл. Давай сбросимся, ты первый. Да. Раз, два, три. А, я выиграла, я первый. Ну, я, конечно, не мальчик, но попробую. Так. Раз, два, три. Теперь твоя очередь. Да, сейчас я точно попаду. Так. Есть, я выиграл, я попал 7 раз, и все мое. Так, стоп, так нечестно. Ты мне предложил играть в игру для мальчиков. Теперь сыграем мою игру и тогда решим, чьи будут вещи. А что это за игра? Идем, покажу. Ну что, Данька, теперь поиграем в мою игру? Да! Смотри, какой у меня арбузик. Вау! Он непростой. Внутри него есть водичка. Мы будем крутить барабан, а потом головой нажимать на вот эту вот волшебную кнопочку. И в конце на кого-то выльется водичка. Кто останется сухой, тот и получит все школьные принадлежности. Что это там дети спорятся, стреляются, да еще арбуз на голову кладут? Так, нужно проверить. В общем, ты понял? Смотри, это стрелочка, мы будем ее крутить. А что это вы здесь спорите? Ну, мы спорим за школьные принадлежности, которые у вас купили. Разве так можно? Вы же должны между собой дружить, а не спориться. В общем, давайте так. Школьные принадлежности я разделю между двумя поровну, а в эту игру поиграем вместе.
Да, о, хорошо. А я знаю, как эту игру играть. Она очень веселая, поэтому я предлагаю быстро разыграть, кто первый будет крутить барабан. Раз, два, три. Ты-ди. Данька, ты первый крутишь. Я вторая, Женя третья. Давай. И тебе. Ты пропускаешь ход. Моя очередь. Интересно, какая цифра достанется мне. Та-дам. Два. Так, ладно, держи. Сниму даже шляпу ради такого дела. Эх. Ох ты ж. Один. Два. Водичка еще пока не течет. Женя, твоя очередь. Так. Давай, крути. Ух ты, три. О, нет. Итак, раз, два, три. О, нет. Не вытека. Твоя очередь. Давай. Быстренько крути. О, и... Это уже страшно. Опять пропускаешь ход. Да, ты классно. Ты просто везунчик. Ладненько. Три. Ладно, надеюсь, я буду в конце сухой. Один, два, три. А, все нормально, я сухая. Женя, так. Крути барабан. Три. Ну, так. Пусть она будет мокрой. Один, два, три. Я сухая. Сухая. Твоя очередь. Крути. Страшно. Два. Так, держи. Наконец-то, Данька, вот. Так. Давай. Раз. Сильнее, сильнее. Два. Один. Дань, тебе повезло, ладно. Так. И... Та-дам! Два. Один. Ну ладно, а канцелярию поделим поровну. Да! Так что пойдем. Меня нужно еще высушить. Промокла слегка, играя с вами. Зато я не промок. И я. Повезло вам, дети. Да. Так, этот пенал тебе. Это тебе. Эти ручки тебе. Класс. А тебе вот эти вот карандаши. Вау! Тебе. Тебе. Спасибо! Фломастеры практически одинаковые. Тебе фломастеры и тебе. Держи хорошенечко. А это мне. Ну и вот и все. Разделили поровну. Да. Я побежала продавать, а вы здесь играете. Пока. Меня ждет магазин. Пока. Вау, ну что, побежали готовиться к школе? Да.